12 января в зале заседания горисполкома состоялся круглый стол по вопросу развития района Подниколья. Здесь присутствовали многие заинтересованные лица, в том числе руководство горисполкома, экологи, историки, представители общественных организаций и церкви. Подробности в нашем сюжете. На состоявшемся круглом столе было высказано много предложений. В том числе была поднята и тема создания парка между Свято-Никольским монастырем и восстанавливаемой Покровской церковью. Здесь предложено разместить декоративные украшения, фигуры, образующие как следствие фотозоны, и другие элементы благоустройства. В ходе встречи также были исключены из генерального плана строительство торгового центра и фестивальной площадки. Кроме того, вынесены на обсуждение были неожиданные, но очень интересные и необычные предложения. Представители общества с ограниченной ответственностью «Белтранснет» выступили с планом строительства транспортно-инфраструктурной отрасли инновационного транспорта SkyWay в Могилеве. Есть концепция строительства этой трассы от площади Орджоникидзе на улицу Фатина, туда в район торгового центра «Атлас», и с строительством промежуточной станции как раз вот в этой зоне отдыха, которая вписывается для посещения гражданам этой зоны отдыха, как для отдыха, так и для прихожан или посетителей монастыря. По словам выступающих, внедрение такого транспорта принесет немало выгоды не только обществу, но и городу в целом. Кроме того, люди, которым в силу каких-либо особенностей здоровья сложно попасть в некоторые части города, смогут без труда посетить исторические места Могилева, в том числе и Подниколье. На данный момент генплан согласован практически со всеми министерствами и в течение 2-3 месяцев может быть утвержден окончательно. Но, кроме всего прочего, отметили участники круглого стола, нужно, чтобы в нем как можно гармоничнее сочетались зоны интересов, которые затрагивают обустройство района Подниколья. Однако в том, что здесь будет располагаться именно парковая зона, договоренность уже достигнута.